До церемонии открытия гонки на собачьих упряжках Беринги осталось всего 2 дня. На биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова идут последние приготовления. В кассах Петропавловска, Милькова, Вилючинска и Елизова еще осталось немного билетов. Еще есть шанс у гостей и жителей полуострова посетить это мероприятие с билетом, с этим замечательным бейджем на шее. Но те, кто не приобретет билет по тем или иным причинам, все равно имеет отличную возможность посетить биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова, посмотреть на замечательный праздник Берингия, на специальных местах, оборудованных вдоль трасс, городок, который будет палаточный, расположен за трибунами, с сувенирной продукцией, со всяческой снедью, детские горки и много-много других развлечений. Специальные упряжки будут стоять, на которых можно посмотреть на собак, потрогать их. Традиционно главным генеральным партнером больших спортивных событий на Камчатке является «Газпром Трансгаз Томск». Ее поддерживает компания «Золото Камчатки». Во многом благодаря их помощи программа дня церемонии открытия Берингии будет насыщенной. Кроме детского и взрослого стартов каюров, можно будет увидеть выступление «Мэнго», ансамбля «Ангт», лазерное шоу и зажжение берингийского огня. Номера входных билетов примут участие в розыгрыше призов, электронных гаджетов и туристического оборудования. А еще перед камчатцами выступит группа «Дискотека Авария». Завершат вечер массовый флешмоб и фейерверк.